Мы на месте. Мы приветствуем Элину. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит, у нее какой-то шар энергетический в области головы. Сканер выведет этот шар вместе с сопутствующими энергиями, чипами, датчиками, имплантами. И как все выйдет, силы моего намерения отправляют это в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Готово. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Элины под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Элины, находит все. Не чисто. Там нет никого. Она говорит, это мой шар. А зачем? Какая функция этого шара? Ожидания. Ожидания? Ожидания скопились таким образом. Шар, он светлый, он как из энергии, но он слепит. Он ей мешает. Это раз. Во-вторых, он притягивает сущности этим свечением, никому, честно говоря, не нужным. Вы сбрасываете вообще негатив, Элина, как мы рекомендовали в вашей сеансе чистки? Вы выдавливаете из себя весь негатив? Это не негатив, это ожидание. Ожидание и чем является? Позитивной реакцией? Она ждет извне. Извне. Идет слова «я делаю, и мне тоже что-то придет». И это как аллергичное, какое-то начихает от этих энергий. И таким образом ее энергии, они не сгармонизированы. Конечно, не сгармонизированы. Вы заправляетесь энергиями, Элина? Она читает манифест. Я удивлен, честно говоря. Элина, мы объясняли в очень многих наших видео, почти каждом втором, что чтение манифеста для сущности не играет никакой роли, если вы активно над собой не работаете. Активная работа, я называл в сеансе, это сброс негатива каждый день, сброс любых ожиданий. Все, что насобиралось, надо выдавливать из себя, включать свет, выдавливать, скидывать в галактическое ядро. После этого мы называли вам цифры заправки энергиями и частоту вибраций, которые надо себя заполнять, визуализировать этот процесс. И никакого ожидания, вы защищены. Это негативная энергия, которая сейчас находится, этот шар. Она вас будет тормозить, у вас уже началась аллергическая реакция. Я не знаю, сделаем запрос. Куратор хочет как-то прокомментировать? Нет, не хочет. Он, как сказать, идет информация, показывает. Внутри у нее появился стержень из энергии, но они спокойны. Там нет вот этих слепящих энергии чуда или ожидания. Это энергия спокойный внутренний стержень, знания и сила, уверенность внутренняя, которая дает эту силу. Все правильно. Хорошо, благодарю за эту информацию. Ну что, тогда придется скидывать этот шар, да, Вера? Да. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю, включаю Элине внутренний белый свет. 1, 2, 3. Этим светом нам выдавливает из себя все негативно, патогенное, низковибрационное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергии выходят и формируется перед ней в шар. Небольшой шар вышел. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним он уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Посмотри, сколько энергии нужно Элине, какая частота вибрации будет ей полезна. 320 и 25. На счет 3 макушку головы Элины начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Там копия показывает, что она с каждым вдохом принимает энергии энергетического центра, например, нижние красные. С каждым выдохом они растекаются по ней, и дальше идет вверх по чакрам. И таким образом они гармонизируются, садятся в правильные места, и она спокойна внутри. Вот это и есть цель наша, которую мы хотим достигнуть, Элина. А не ждать чуда. Готово. После того, как вы заправились энергиями, дается команда. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Вы должны прочувствовать, как эти энергии распределяются по чакрам. Каждый цвет идет к своей чакре. На этом все.
Хорошо. Как вы себя чувствуете, Элина? Умиротворенно. Замечательно. Работайте над собой, прислушайтесь к нашим рекомендациям, выполнять их или нет, это ваше право. Но я вам сразу, как уже и сказал, могу подтвердить, что чтение одного манифеста – это больше для своего успокоения. Вы должны вникать скорее в смысл этих слов и чувствовать каждое слово. А там стоит «я беру ответственность за свои энергии, осознанные или неосознанные». Какие вы берете ответственность за свои энергии, если вы ими даже не заправляетесь? Понимаете? Я иду слово с душой читать. Очень правильный совет. Хорошо, мы закончили. Будем возвращать Элину назад в ее систему биоробот-душа. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Элины в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимаемся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем.